Всем привет! В этом видео будет обзор множества режимов WoW, именно подобранных под классику. То есть все локации будут исключительно с Рангеля. Играть можно как 1 на 1, 2 на 2 и 4 на 4. Карты подобраны как для тренировки босс-файта, так и для зажима на дистанции. В общем, все сами увидите. Коды данных карт будут отображены на экране. Первое место – это, так сказать, резалка возле контов. Далее, кстати, покажу это же место, только 4 на 4. Вот оно точно имба. Тут, конечно, да, мало пространства, чтобы разыгрывать ситуацию, поэтому есть смоки. Можете ими пользоваться. Довольно часто тут проходят файты, и таким образом вы можете натрениться перед пабликом, чтобы потом разваливать. Локация 2 – это прошлое место, только пространство намного больше. Это мы сейчас в грибе. Да, понял. Плюс добавлены тачки, которые придают еще более быстрые ротации в игре. Тут можно потренить как и свой зажим, так и просто заехать на фулку и отточить все, что ты тренируешь в ТДМ. Есть также раскид, который нужно грамотно использовать при необходимости. Третья карта тоже идет 4 на 4. Не смотрите на то, что против меня только один чел. Просто во время снятия видео было уже поздно, поэтому подбор был не очень. Починки – одно из самых популярных мест, не считая ивент. Очень хорошо тренится ближний бой, можете залазить на крышу домов, вообще топовое место. Все коды карт, и не только этих, будут в моем телеграм-канале в закрепленном посте. Можешь переходить и играть. Спасибо за просмотр.